Хейо, гейс, вы Мишимки, и мы продолжаем проходить игру по названию Элис Маррей. Так. Ну, по идее, все записываю, да? Да-да-да, все записывают, значит, погнали. Текст. Мы получили ключик, мы прошли один мир с возвращением. О, твое выражение лица полностью отличается от предыдущего раза. А нет, я думала... Я понимаю. Да ладно, я заберу все вещи из того мира. Так, вот, прошу, получен бирюзовый блокнот. А теперь я открою дверь в следующий мир. А еще раз рассчитываю на тебя. Окей, по идее вот это, да, должно открыться? О боже, Алиса, что такое? А да, ты бы хотела поиграть? Очень хорошо. Давай не будем играть. Что сойдет? Да, действительно, я так думаю. Открываем шкаф. Открыть. О, кайф. Блин, композиция музыки очень знакомая. Я помню, какой-то мультфильм был с такой композицией. Блин, только какая, вот не помню. Здесь у нас в основном, как я вижу, лабиринт. Блин, а мы не зашли к этому чувачку. Что это было? Был за мультфильм? Кажется, от Диснея. Так, тихо, сюда, сюда, сюда. О, Алан? Ты здесь, Алан? Это означает... Ясно. Ах, спасибо вам, учитель. Все будет хорошо. Вам также нужно поправить свои волосы, учитель. Нет, я в порядке. У меня нет времени стричь их. И я не знаю, как это означает. Так, и это означает, что вы не можете? Конечно, вы могли бы просто сделать это на ощупь. Нет, мне действительно нужно бы знать, кроме этого. Это не та вещь, которая меня сейчас интересует. Я не совсем понимаю это. Скучно стоять здесь. Давай пойдем куда-нибудь. Алан, я пойду за тобой. Уверена, будет забавно, как бы путь... Ты не выбрал, какой бы путь. Телла, это плохо? Ничего, не произойдет от стояния на одном месте. Что вы будете делать, учитель? Вы сказали мне оставаться здесь. Поэтому что, я самостоятельная? Да ну. Ты на самом деле не слышала меня, не так ли? Я пойду с тобой. Так решено. Ладно, Алан, мы рассчитываем на тебя. А, теперь за мной вообще трое ходят. Аев. Ну, пойдем. Так, сразу насчет еды. Что это? Это блюдо учителя. Хотя я не знаю, что оно здесь делает. Однако довольно вкусно. Это всегда еда, которую я раньше никогда не видела. Я научился готовить за границей. Я прошелся по всей земле. Отличаем места были довольно интересными. Хотя сначала я, так как правило, все передерживал. Так в другом месте и вещи другие. Как странно. Боже, научите меня делать эти блюда, пожалуйста. Хорошо, конечно. Мы будем готовить вместе, все мы. Я обещаю. Я не могу ждать. Так, полетели. Так, какие-то ямы. Они активны. Дыра в земле. Маленькая дырка, человек не смог бы поместиться внутрь. Хотя, возможно, кто-то приблизительно моего размера и мог бы. Мне что там искать нужно, что ли, теперь? Кто туда мог залезть? Давайте, допустим. Дыра в земле. Маленькая дырочка, хотя тут все возможно. Осколки памяти, только нихера не вижу здесь. Так, ладно. Прохода нету, нужно идти на красное пятно. Здесь что-то зарыли. Выкопать это?
получит таинственные лапки. Лапки жука. Прекрати это! Держи это подальше от меня. Я ненавижу жуков. У тебя может быть смазливое лицо, Аллен, но после всего, я полагаю, ты мальчик внутри. Так, окей. Значит, все-таки в дырках что-то в этих есть. А, как... Так, все, я тут пролез. Так. Оп-оп. Дырка неактивная, хорошо. И одна дырка, в которую я не смог залезть. Сохранить, окей, окей, готово. О, осколок. Подобрать, отлично. Паук. Пойдемте к пауку. Это ж паук или жук? Но если у меня лапки, Эй, вы, слушайте, я паук. Я задремал, а потом кто-то взял мои ноги. Я так не могу доходить. Не могу даже найти их. Так что идите и вытащите вместо меня. А, ищите вместо меня. Эй! Не отвечайте, да? Похоже, большой парню сзади тяжело думать. Ты мальчик. Я рассчитываю на тебя. Провалишься, и я съем тебя. Аллен, что происходит с этим жуком? Понятно, его ноги. Я ничего не делаю. Ты делаешь это, Аллен, все это. Либо мне придется зажарить тебя и съесть. Мои ноги. Премного благодарен. А теперь вставьте их быстро, хорошо? Быстренько. И слушайте, не ошибитесь количеством ног. Если перепутаешь, я могу посчитать тебя жутко голодным. Верно, я съем тебя. Understand? Да, understand, я понимаю тебя. Сколько ног у пауков? По идее, 8. Да, отлично, чувство. Если бы вставили только 4 или 6 ног, я действительно съел бы тебя. Хорошо, в качестве благодарности я расскажу тебе о секретном месте. Закрывай свои глаза. Кто сказал этот жук? Ясно. Я не хочу. Я ненавижу темноту. Возможно, он может атаковать нас. Кажется, он действительно довольно голодный, глупый, грубый. Какого черта, чувак? Ты раньше даже рот не закрывал. Просто закрой их. Быстрее. Закрой просто. А. Давайте просто сделаем, что он хочет. А, чувак, ты по-настоящему спаситель, знаешь ли? А теперь сделайте глубокий вдох. И где это мы? Мы находимся в непонятном месте. Я немного устала, мы можем здесь отдохнуть? Только что это за место? Я думал, это сон, но это не он. Я знаю эти места. И одновременно все же я не знаю. Я устала от прогулок. Да, это большое место. Легко потеряться. Если вы не хотите идти дальше, то вы вдвоем можете остаться здесь. Вы уходите, учитель? Почему? Почему вы так стремитесь уйти в одиночку? Я не хочу, чтобы люди узнали что-то обо мне. Или были вовлечены во что-то. Я всегда был таким. Понятно. У вас всегда такие несчастные лица? У учителя Алиса... Аллена, всех. Аллен, ты думаешь, ты самый несчастный их всех нас? Их всех нас? Или лучше было бы из всех нас? Ты даже забыл, как чувствовать? Возможно, ты можешь больше не чувствовать. Что ты несчастен? Это только мои мысли. Но нельзя сравнивать счастье и несчастье людей. Они оба просто препятствия на вашем пути. Даже счастье? Препятствие? Если это так, тогда чего ищут люди? Вы путаете, учитель. И не говорите, что вы знаете лучше, потому что вы взрослый. Знание ответов – это то, что делает тебя взрослым. А я не знаю. Так что ваш учитель еще ребенок. Я раньше никогда не видела такого большого, непонятно что, липучего ребенка, как вы. Ха-ха,
Ты жестокость Стелла. Ладно, теперь я в порядке. Давайте двигаться дальше. Я не могу быть уверена, но если мы пойдем дальше, я чувствую, что смогу найти то, что беспокоит меня. Почему вы вдвоем живы, хотя чувствуете себя такими мертвыми? Окей, сохраняем диалог. Целых 3 минуты прошло. Фонтан, непонятный кошак, как обычно. Лабиринты. Ну, погнали сюда. Тут куда мне идти? И смысл было идти. Дело в том, что я никуда не могу прийти. Так, стоять. Окей. Немного все запутан, но понять можно. Так, назад мне нужно. Вот сюда. Да? Нет, а куда стоять? А, и так я правильно шел. Так, сюда. Пробегаем. Ох, я ужасно извиняюсь. Я знаю, что загораживаю дорогу, но моего тела не хватает несколько частей. Правой руки, правой ноги, левой ноги, левого глаза, и только дремнул, и они исчезли. Эти белые торчащие штуки кости? Ты живой? Верно, это кости. Кожа загнила. Жив ли я или нет, это ужасно незначительный вопрос в этом мире. Итак, вы соберете части моего тела. Алан, сделай это. Спасибо за ваше сотрудничество. Так, ну как я понял, части тела у нас, скорее всего, будут находиться в... Скажите мне, я скажу вам. Так, тихо. Назад, вверх. Вниз поворот. Слишком здесь дорога такая. Битая. Пипец, что с ними так? Такое. Так, два предмета мы точно подобрали. Так, я вижу бегущий глаз. Да? Или еще чего-то не хватает? Да не, кажется, все взяли. Окей, тогда возвращаемся. Может, и здесь тоже что-то есть? Так, это бабочка. Внизу. Кошак. О! Так, вот это немного, знаете, меня дернуло. Виновата была. Сохранить, да. Так, быстро вперед, назад, вверх. Так, сюда, сокращаю вниз, наверх. Поворот, вниз, вверх, влево, вправо, вверх, вниз. Окей. О, это они, мои части. Осторожней с глазами. Глазным яблоком его легко раздавить. Я искренне благодарю. Огромное спасибо. И сейчас остается слабый след от его запаха. Какой ужасный запах. Ну, алло, это мертвец. Что ты хочешь? Аллен, Стелла, вы не пойдете никуда дальше этого места. Просто останьтесь здесь, хорошо? Вы обещали. А, что это значит? Вот что это значит. Боже, снова вокруг у всех мрачные лица. Эй, Алиса, если это больно, хочешь, чтобы я освободила тебя? Слишком много боли. Он мне не нравится. Я не могу сказать, живой он или мертвый. О, вот как. Я умер 5 раз. Давным-давно. Ладно, но сначала...
Я ни при чем, если вы не держите обещание. Хотя довольно забавно, ничего у вас не украли, но вы такие же, как и все остальные. Ну, в первом очередь у вас красть нет нужды, потому что так, большей части у вас и не было. Мне пора. Моя работа сделана. Доброй ночи. Я ничего не знаю об учителе или о нем. Интересно, почему у меня такое смутное чувство? Дверь пропала. Что нам делать? Я ставлю это тебе. Так, сохрани. Головоломки. Давайте в левую сторону. Так, вижу еще один осколочек. Надо брать. Так, здесь написано множество имен. Так, именно каждого жителя города. Однажды я также буду высечена на этом холодном камне. Учитель сказал мне, что люди, когда их забывают, умирают второй раз. Ты знаешь, что забывают в первую очередь, когда человек умирает? Он сказал, что голоса исчезают первыми. Я сама едва помню какой-нибудь из этих голосов. Мы забываем для того, чтобы двигаться дальше после смерти человека. Или мы перестаем беспокоиться о них, как только они умирают. Интересно, какой же ответ верный? Яблоки. Грязь. Окей. Может, она тоже мертвая? Грязь. Пианино. Не возражаешь, если я немного сыграю? У этого пианино не хватает нас нескольких нот. Возможно, они закопаны или спрятаны где-то. Ничего. Грязь. Это подсказки или что? Вы подсказки? Ничего. Здесь что-то закопано. Полученные ноты, хорошо. Ничего. Да, все-таки это фиговинки показывают, куда мне что нажимать. Так, тут еще где-то один должен быть. Хорошо, тогда сюда. С этой будем стороны смотреть. Ага. Ничего. Так, получено. Все. Все хватает. Я не могу играть на пианино без. Блин. Здесь что ли не хватает еще? А, может быть в другой локации? А ну-ка, пойдемте в другую локацию. А. Это ее рисуночки? Котейка. Ее все ненавидели. Может, она типа ведьма? Так, эти камни у нас не рабочие, да? Стоять. Может, вот это и есть тоже подсказки. А мы с середины брали или нет? Вау. Получено. Так, ноты возвращены пианино. Ноты возвращены. Дай мне секунду. Пианино действительно хорошая вещь. Оно не издает никаких ненужных звуков. Живые люди просто мегафоны, кричащие глупости. Почему ты и все остальные соглашаются с моими эгоистичными желаниями? Понятно. Вы все чудаки, даже хотя вы и кажетесь мертвыми. Вы все
пережили потерю, так что вы как мертвые. Думаю, я поняла. Пойдем. Ты уже знаешь, не так ли? Ну. Яблоня. Как вариант. Скорее всего, яблоня, да? Ты имеешь в виду яблоню? Я не особо люблю свое собственное имя. Они тянули свои руки ко мне, но не могли дотянуться, так что они разбились насмерть. Я просто смотрела на них сверху. Я никогда не могла сделать, но я нашла это красивым, так что я подошла и упала. Но это хорошо, те живые люди грязные. Учитель сказал, что они также не любят свое собственное имя. Учитель все еще скрывает что-то. Что касается того, что я буду делать, я оставляю это тебе, Алан. То, что нам не хватает, то, что мы хотим. Я знаю, почему иногда из вас я не хочу чувствовать живым. Когда люди теряют, они умирают. Тогда я должна быть съесть отравленное яблоко. Они все умерли, все до одного. Что насчет тебя, Алан? Ешь его со мной? Я ж умру. Ясно. Позаботься об остальных. Спокойной ночи, Алан. Получен кусочек страницы из блокнота. У каждого такие же глаза. Я знаю почему. Но они мертвы, все они. Они долго искали, но они не могли найти это. Не знаю. Слова ближе к концу там стертые. Да, давайте тогда на этом закончим, поэтому у нас остается там, в принципе, одна комната, да, это учитель. Да, это у нас учитель, получается, выходит. Он у нас только остался, и все. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.